Более 7500 правонарушений выявили полицейские в Жамбылской области в ходе ОПМ «Участок». Рейдовое мероприятие проходит для установления тесных доверительных отношений с гражданами, а также повышения эффективности работы в профилактике правонарушений. Полицейскими проверено более 7 тысяч лиц, состоящих на учете органов внутренних дел. Параллельно сотрудники полиции проверяют дачные массивы, заброшенные здания, рынки и другие места торговли, а также чердачные и подвальные помещения. На территории области проверено 510 квартир, сдаваемых в аренду, 1627 дачных домов. В сельской местности проверили более 1000 зимовок, крестьянских и фермерских хозяйств на предмет наличия лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пробывающих иностранных граждан, хранение незарегистрированного оружия и иных запрещенных предметов. Всего сотрудники полиции выявили 7603 административных правонарушения. К административной ответственности за проживание в Казахстане без регистрации либо без документов привлекли 1686 граждан. Выявлено 537 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах, 459 случаев загрязнения мест общественного пользования. В ходе рядовых мероприятий инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 455 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах, развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей, а также за совершение различных правонарушений. Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 1 ноября.